Семилетний японский мальчик, оставленный родителями в лесу, найден живым. Ямато обнаружили военные на полигоне в 5 километрах от того места, где его бросили. Как оказалось, все это время ребенок провел в домике для ночевки солдат, где просто ждал и пил воду. Мальчика с признаками истощения госпитализировали в больницу. Напомню, 28 мая родители высадили Ямато из машины за плохое поведение. Дорога, по которой ехала семья, вела через лес, и где там водятся дикие звери. Буквально через несколько минут они вернулись за ребенком, но его уже на месте не было.